Поворот направо, пожалуйста. Будет фитнеса от фитнеса в том, что здесь соревнование состоит из двух раундов сравнительного позирования в разделе и сплошного купальника. Спортсмен выполняет 4 поворота направо, в это время судьи оценивают гармоничность и пропорциональность фигуры. Здесь как раз жесткой мышечной прорисовки не место. Оценивается также грациозность спортсменок, внешняя привлекательность, цельность и гармоничность образа девушки. I'm like hater.
мира, чтобы сказать большое спасибо. Победителем реалити-шоу. Расскажи, пожалуйста, какие впечатления и каково это быть чемпионом? Ой, ну впечатления пока что еще сам не осознал, то есть пока что еще в шоке. Ну, хочу выразить благодарность всем друзьям, кто за меня голосовал, в том числе ВКонтакте.
в том числе ВКонтакте, всем-всем-всем друзьям. Потом большое спасибо моей жене, которая помогала мне ставить произволку вместе с ее братом Тагиром. Вот, без них бы я не справился бы, не сделал бы такую произвольную программу. И, ну что, желаю в дальнейшем всем успехов. Надеюсь, кто-нибудь следующий будет на месте меня. Расскажи, пожалуйста, как впечатление от всего чемпионата? Все классно, все здорово, все понравилось. Для меня это в первый раз. И здесь на сцене я понял, есть к чему стремиться. Больше, 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 лучше, лучше. И быть самым первым. Какие цели ты ставишь сейчас перед собой? Цели набрать массу, вес и на следующие соревнования готовиться. Итак, друзья мои, хочется вам представить самого главного человека сегодняшнего вечера, режиссера первого в нашем городе и вообще, в принципе, в стране спортивного реалити-шоу «Звезда бодибилдинга» — это Евгения Куцуева. Спасибо, Лилочка. Ну, расскажите, пожалуйста, как впечатление, как вообще, удалось ли то, что было задумано? Ну, могу сказать так, что удалось определить победителя, удалось выявить лучших. Мне кажется, нам удалось самое важное. Мне кажется, нам удалось привлечь внимание к этому виду спорта. И я уверена, что те, кто сидят в зале, те, кто сидели в зале и наблюдали за соревнованиями, теперь уже знают, к чему им стремиться, что и они теперь могут выйти на сцену. Я могу сказать, что я очень рада. Всем телезрителям канала ЮТВ огромнейший привет. Все, что вы смотрите, это сделано нами для вас. Поэтому мы ждем ваших отзывов в официальной группе проекта ВКонтакте. Заходите, нас уже там более 1000 человек. Заходите, смотрите, голосуйте, поддерживайте ребят. И, собственно, выступайте, и тогда, может быть, у вас будет точно такой же кубок.